Йо, братва, васап. С вами Максон, как обычно. Наша четвертая часть, Детройт. Стать человечком. Продолжаем играть за робота Конора. И посмотрим, пока наш лейтенант шарится. Почекаем вообще, что он тут делает. Он любит рок. Хард металл. Позвонить? Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Повесить трубку. Так, изучи, чем он тут занимается. Улики, улики, улики! Против андроидов. Любит баскетбол. Так, наркота. Его повысили. Ну, как бы борется с наркотой, грубо говоря. Возможно, у него есть пес. Спички. Сборный отряд. Пончики. Кофе. Лейтенант, мое имя Конор, андроид из компании Киберлайф. Боже, тебе же вчера башку прострелили. Мой предшественник был, увы, уничтожен. Но его память переписали на другой носитель, это я. Тот инцидент не повлияет на ход расследования. О, господи. Хэнк, иди-ка сюда. Нет, я с тобой пойду, мне похер. Я его бро. Мне на стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Вы в полной жопе, я это вам сразу говорю. Тебе эти дела, выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип. Будет твоим напарником. Нет уж нахрен. Не нужен мне напарник. Уж особенно пластмассовый урод. Ты такой, what the fuck? Терпение. Я тут старший по званию. И ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Ах, вот так вот, да? Так, Андерсон. Позитив. Я очень рад, что меня приняли. Уверяю, что приложу все усилия. Закрой дверь с той стороны.
Все, пошли. Хорошего дня, капитан. Блин, это топовый андроид, я вот сейчас, а то... Вообще, вот настолько он хитрожопый, он прям вообще... Фу, вообще тащусь от него, я не знаю, как сказать. Вообще, вообще. Йоу, бро, чё ты так вздулся? Понимаешь? Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Позитивно. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Блин. Напарники. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Да хватит молчать, старикан, блин, я стараюсь тут. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Прямо напротив. У меня есть свой столик. У-ху. Сесть. Собака, баскетбол, музыка. Презрение к андроидам. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? В натуре. Да. Да что случилось? Есть одна. Ну? Блин, он даже мимика играет вообще классно. Хэнк. Недовольный. Собака. У вас есть собака, да? С чего ты взял? Сзади шерсть. Это собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Блять, Хэнк, ну ты... Сумо. Сумо. Сумо зовут. График. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Так, стрессовая ситуация для андроида, прием. Музыка. Вы слушаете «Рыцари Черной Смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Так, уже нейтрально. Баскетбол. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей за трехочковой линией. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. Улыбочка, улыбочка. О. Ну что, приступим к работе. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Получить доступ. Потерпевший утверждает, что оставил андроида дома, как обычно, и пошел на работу. По возвращению обнаружил, что андроид... че так быстро? Что андроид отсутствует, следы взлома отсутствуют. Возможно, андроид покинул хату без его распоряжения. Узкоглазый, мы тебя найдем. Так. Там что, исчезновение здесь. Нападение. Потерпевший утверждает, что на него напал андроид. Работающий официант в сетевом ресторане. Расположенный по адресу ля-ля-ля. По словам потерпевшего, андроид неожиданно набросился на него, пытался задушить, а затем скрылся. В следующий момент слился. Угу. Нападение опять. Потерпевший утверждает, что на него напал андроид. Ля-ля-ля, андроид также устроил погром в нескольких комнатах, после чего покинул дом. Что за пиздец? Потерпевший менеджер клуба Рай сообщил о необъяснимости. Секс-андроид, куда ушел? Проводил клиента и не вернулся. Ну вы знаете, что из кустов кричат в таком случае. Во, Лео. Которому это, нашли без сознания. В доме его отца, Карла.
Согласно показаниям сына произошла стычка с домашним андроидом. Андроид, который по имеющимся данным является прототипом, был уничтожен прибывшими ментами. Так, эту мы вообще не видели, вот эту тоже не видели. Ну, вообще, ну, имею в виду то, что проходили. Вот-вот, подозреваемое убийство. Обнаружил друг. Он немедленно вызвал экстренную службу. Прибывшие увидели орудие убийства, возможно, принадлежало погибшему. Андроид в доме не обнаружен. В данный момент машина считается подозреваемым. Вот так вот бывает. Так, сейчас сканируем все вместе. 243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. А почему здесь Детройт? Интересно. Вчера вечером модель AX-400 убила человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Прямо, профессионально. Профессионально. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал. А давай ты уже пойдешь нахер. Ну как ты так? Решительно. Меня назначили выполнять расследование. А не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели AX-400, вчера убившей человека. Ее недавно видели в Ривенделле. Хорошо. Пошли. Такой поправился, типа, все нормально. Погнали. Не до конца мы адаптировались под Хэнка. В ожидании Хэнка. Хэнк в ярости. А, ну Хэнк по-любому был бы в ярости. Сука. Хэнк. Этот Хэнк, он засранец, я вам отвечаю. Просто засранец. А ее видели. Да, надо вообще, во-первых, надпись сменить. Ну, вот эту, где написано кто ты, что ты. Так, осмотримся. Да зачем ты на то же самое место пожил? Ножницы возьмем. Так, ну красивее это не стало. Ну, пускай будет черная. Хобана. Найти другую одежду. Что-то смерть андроида?
My English very well. Тут чем-нибудь интересно есть? Нужен инструмент для вскрытия багажника. Монтировочка. Та-да! Так, посмотреть квартал. Ну и нас срежет. Винты уже ищут. Интересно, Алиси-то менты знают внешность, все такое. Довольно-таки трогательную игру сделали. Разбудить. Алиса. Просыпайся. Значит, это был не кошмар. Нет. Это был не кошмар. Как ты? Я замерзла. Что теперь будем делать? Тот андроид вчера вечером дал мне адрес, сказал, там помогут. Вон там, за той дорогой, ходят поезда. Может, рядом станция? Пройдем чуть-чуть пешком. Тогда пошли. Типа, этот мягкий знак был, да? Что да? Тебе очень идет. Ты прямо совсем как человек. В этом-то и есть прикол. Только через сюда, да, можем выйти? Нас ищет полиция. Ладно, пока это все. Мы свободны. Патрульные сейчас спрашивают по округе, может, кто что видел. Хорошо, если что найдут, дайте мне знать. А с этим что будешь делать? Без понятия. Накал. Я почему-то прочитал накакал. Она села на первый же автобус и доехала до конечной. Импульсивное решение под воздействием страха. Какой страх у андроида? Она девиант. Девиантов могут охватить эмоции, и тогда они действуют нелогично. И все равно не ясно, куда она делась. Идти ей некуда. Побег не продуман. Она может быть рядом. Может. Офигеть, мы и так сейчас играем одновременно.
Так, 142 метра уровень опасности. Так, где менты еще есть? Так, мент сзади идет. Капец, стресс-то испытывается. Так, мы переходим дорогу. Черт, это они! Блин! Быстро, сообщай! Они побежали в сторону станции. Ну вот. Коннор, нихера ты бегаешь. Да беги, Коннор. Та-та-та-та-ра-та-та. Да вон они! Да вон они, а че ты не бежишь? Я не могу как-то ускориться. Фака, мазафака. Не стреляй, нужно живой. Говно! Эй, куда собрался? Нельзя их упустить! Расслабься, их сейчас в лепешку раздавит. Я не могу рисковать! Эй, ты что, охренел? Погибнешь! Не смейся! Коннор, мать твою! Ёпта! Коннор, ебать, чё вытворяешь? Мне за двух игроков надо сразу! Ой, я кнопки перепутал. Оу! Офигеть! Офигеть! Офигеть. Это жесткая фигня. Мне нравится. Ты цела? Все нормально? Ну, Коннор зато уважение заработал от Хэнка, думаю. Так. Ну, либо их бы поймали. Ну, мы за тех, и за тех старались. Источников полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроидов в вспомогательной работе. Вон тот чел, который сбежал. Станция Фэнкс.
Смотреть символ. Искать граффити. Так, человек. Так вот. Эй, мистер, мелочи не будет? Ты что сказал? Так это вот он. Замените следующую клавишу для расширения. Найдите это. Так. Получается, там какие-то зверьки. Смешать с толпой. Та-ра-та-та. А, не ходите роботы, типа не палиться. Во-первых, вот значок. И перчатка была. Типа, камон, перчатка. А, вот, чуть выше. Так, найти трубу, где тоже такая же фигня будет. Так а хер его знает. Так, перебегаем. Такой тонкий намек, что там нет нихера. Так, надо поискать, надо поискать. На месте. Первая улика такая. Вторая улика. Теперь надо найти робота за решеткой. Найти следующую граффити. Скорее всего, вокруг этого дома надо идти, я думаю. Найдены символы. Найден второй символ. Найден третий символ. А он не считается? Так вот же символ. Давай пролази, не беси. Заползай. Вот это говно убери. Вот тебе третий символ. Теперь найти девушку, у которой такая же фигня будет. Да вон.
Так вот у него за головы-то. Это чё? Так, где там еще может быть? Доберитесь до крыши. Тара-та-та, на себя. Я думаю, этот робот очень сильно отличается от других. Ну и вот третий символ. Так, что-то... Чё, прыгаем? Слишком неустойчиво. Успех. Успех. Так. И вот эта надпись. По-моему, еще одна надпись. И вот еще одна надпись. Отлично. Теперь надо забраться наверх. Нам надо просчитать, как мы будем забираться там. Та-та-ра-та-та-та. Успех. Это успех. Так, так то же самое здесь. Странненько немного. Опа. Тут чипс он какой-то лежит. Так это же то же самое, граффити, вот оно. По сути. Надо с такого же ракурса, что ли, встать? Кстати, вот так вот. Но здесь никаких знаков нет. Или мы прибыли просто. Че добираться до граффити, если мы вот здесь уже что-то не вдупляем? Что надо сделать?
просканить. Добраться до Эрихона, отыскать следующее граффити. Вот оно, перед нами. Вот мы берем кусок лестницы, по которой мы залезли, дыра вот эта и желтая граффити с одним столбом. То есть вот так. Или вот сюда надо идти. Просто я не обдупляю. Что-то как-то в упор этого граффити надо пройти. Улика. Отлично, следующая балка сломанная с каким-то камнем. Где мы по итогу? Вы нашли символа добраться до корабля. Я уж думаю, не проблема. Учитывая, что мы тут занимаемся чистым паркуром. С разгону куда-то побежим. Все красиво показано. Тук-тук. Фонарик. Так, ну это даже интрижно стало. Какие вы задачи?
Пока что не похоже, что тут кто-то живет. Смотрите корабль. Там все заперто тупо. Япона мать, я что, в ужастик играю, что ли? Страшно. Тут сейчас будет заперто, да, или закрыто, а с другой стороны. Сейчас здесь свет включи, скажет, кто это такой. Стрёмная фигня. Жестко. Просто жестко. О. Челики, которые сбежали. Иерихон здесь. Встретились с жителями Эрихона. Неплохо. Теперь нам приходится слушать рок. Ну что ж, друзья, на этом надо заканчивать нам будет эту часть. Довольно-таки все быстро пролетело у меня, не знаю, как у вас по ощущениям, но даже Коннор уже дал сбой, он должен был послушаться и остаться, но он типа к черту, все, я побежал. Ну так же красивее, согласитесь. Ну а что будет дальше, мы уже узнаем в следующей части. Всем большое спасибо за просмотр, кто был с нами. Пока-пока, до новых встреч.